Всем привет, дорогие друзья! Вы открыли мое видео, значит, вы попали на мой канал, и меня зовут Сергей. Сегодня я покажу вам, как я буду окучивать третий раз нашу картошку. Обзор подробно покажу в огороде. Сейчас выхожу туда. Вот наш огород. Смотрите, картошка, ботва, то есть картошки уже выросла. Сейчас буду окучивать третий раз. Вот у меня мотоблок Агро. Сразу берет два ряда. Покажу подробно в работе. Почему я решил окучивать третий раз? Потому что уже есть сорняки. Вот выходят после дождя, стало очень много сорняков. Не пропускайте видеоматериал, оставайтесь на канале, досмотрите видео до конца, посмотрим, как будет выглядеть после третьего раза. Когда есть колея, мотоблок идет по этой колее, и держать уже легче. Скоро надо будет косить траву уже, люцерну. Вот здесь у нас озимая пшеница уже. Пора, наверное, косить. Оставайтесь на связи. Не пропускайте мои видеоматериалы. Я покажу еще, как я буду косить. Пока я окучиваю третьим разом. Ну вот, дорогие друзья, я закончил окучивание картошки. Я использовал вот такие окучники, две штуки сразу. Получается хорошо, берет глубину нормально. Я уже сделал третий раз окучивание. Первый раз делать было очень сложно. Трудно. У меня тогда вообще сил не осталось. Сейчас уже, когда уже колея есть, по колее спокойно едет мотоблок.
Вот так получается. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Если не интересно, это ваша воля. На этом я заканчиваю свой обзор работы, как я окучивал третьим разом свой огород, где посажена картошка. Вот так, дорогие друзья, на этом я завершаю. Всем пока!